Детский смех, улыбки и искренние слова поддержки. Наверное, в день защиты детей каждый ребенок ждет маленького, но праздника. Для этих ребят его устроила руководитель организации поддержки одиноких матерей Зухра Урусова. Сама, вырастив в одиночку пятеро детей, теперь она помогает другим женщинам, оказавшимся в подобной ситуации. С 11 марта 2011 года мы работаем. Все это время мы оказываем помощь материальную, юридическую, психологическую помощь одиноким матерям, помощь в лечении детей, продукты питания, одежда, обувь и прочее. В общем, есть матери, у кого жилье нету, они вот весь доход отдают за съемное жилье, а потом приходят с просьбой о помощи. Мы их ведем, потому что знаем ситуацию уже как свои пять пальцев. А состоит сейчас в организации около 350 мамочек. А на торжественный прием пришло около 50 семей. Пока дети веселились, родители разбирали подарки. Одинокие мамочки всегда рады таким встречам. Ведь это, как минимум, хорошая психологическая поддержка. Была такая ситуация, ребенок должен был пойти в школу, и не было рюкзака для школы. И эта организация мне очень сильно помогла. На протяжении всего праздника детей ждали угощения, а аниматоры развлекали их как только могли. Сегодня 1 июня, день защиты детей. Он совпадает с праздником Уразы мусульманским. Я сама держу пост, слава Аллаху. И я рада, что вот эта организация сделала это мероприятие. Вот сегодня это просто класс. Дети радуются, мы радуемся. Это просто волшебство какое-то. Татек Джилавян, Мурат Кимрюгов, Архыз, 24.